находится в адеквате. Пожалуйста, заступать здесь. Лишнее движение мне нужно, чтобы вы там настояли где на стороне, а я спокойно мог говорить тебе больше. Меня никто не отвлекал, пожалуйста, не надо рядом с тобой, братан. Будет находиться по слову там. Я не понимаю, почему происходит так. Люди заливают себе алкоголь, и потом приходится мне про него множество раз читать и говорить. Пожалуйста, блядь, отойди. Пожалуйста, отойди, чувак. Что с тобой? Ты же русский, есть голова на плечах. Почему ты нифига сейчас не понимаешь? Или ты, блядь, рыбка злори, что ли? Что с тобой, чел? Я говорю тебе, пожалуйста, отойди. Проходит 30 секунд, снова ты тут. Отойди, брату, что не так со мной? Почему ты ближе, приближаешься ко мне, боже, отойди же. Объясните кто-нибудь, да, уму, чтобы он отошел, я не пойму. Чего ты ждешь, человек, у меня? Пожалуйста. Конечно, классный день сегодня, и вас музыка это заводит. И я понимаю, но по-моему, если объясню, просто чтобы он не подходил, надо не походить, вот это приятный день. Его музыка это нормально бодрит, несмотря на то, что его команда проиграла 5-0, все равно приходит зажигать. Классно, ладно, туристам я могу это простить. Все нормально, идти. Я все сам разберусь, спокойно отдыхай. Мы будем далее зажигать, yeah. Пожалуйста, там написано и мне неизвестно, как на твоем языке твоя страна правильно звучит. Но теперь надо бы на ПЗЕ про кого-то еще. Бабы стали, так стоит мужичок. Он так убегался только что. Его, пожалуйста, там был. Постойте подальше, но как им объяснишь? Они же иностранцы, братья. Хотя вот это тут не иностранец, но опять приближается парень. Там я уже просто схожу с ума, не понимаю, где его голова, есть ли она вообще или нет. И весь день хозяин сегодня мы, эй, с вами друг друга живут и наболевают. Даже то, чтобы жить, это нормально прокачать. И сегодня встали здесь, как в прошлый день, и будет радовать всю неделю, все день. И здесь, и три, сколько будет надо, будем прокачивать, мне не жалко старость. Буду его выдавать вам. Мне надо, чтобы понял каждый человек наверх свою ладонь сейчас поднимай. А е, нужно, я не вижу ваших ручек, ребята. Прокачиваем дальше, таку, качаем вверх вниз. Пацаны, качаем вниз, рубашка, мужик, зашибись. Я тоже хочу такую, блин. Но мне для начала надо будет изменить свой прикид. Кстати, друзья, если вы еще не поддержали нас, можно достать бабаги и отдать вас. Будет это просто классно, Настя, зайка, дай мне шапку, спасибо тебе, дорогая, я сейчас все сделаю, объясняю, я подхожу шапкой, это тебе пару слов, да, тебе, о, какой я уже дал денег, где, ну и что, можно дать еще, у нас нет лимита, достаем поближе, кидаем его быстро, 200 рублей, спасибо большое, кто еще нам денег не даст, важно тут много, толпою одной стоит, спасибо тебе, дорогая, не важен каждый зритель, аккуратно, сзади я остановился. Кто еще достанет денег, пацаны, лохуя, девчули. Спасибо большое, немного, ну и что, в любом случае, потом рукой. Я далеко так не могу подойти, меня там занят холод. Подлужаю так, не могу.